Я нахожусь в кабине самолета Ан-2, знаменитый кукурузник. Можно все потрогать, понажимать. Слышно, тяги вроде где-то там тянутся, работают. Ну, не все работает. Окно я закрыть не мог. Сейчас я в музее на остановке Боровое в окрестностях Минска на базе местного ДСАФ. Открыли неплохой музей. Самолеты все советского, российского, ну там чешского производства. Довольно интересный. Неплохо все восстановлено. Неплохо все сохраняется. Кое-куда даже, вот видите, можно влезть. Вот у меня на педалях, там педаль работает. Винт, можно переключить. Газ, эх, газ не включается. Ну так и летаем.